Всем привет, с вами Виолетта, и это видеообзор на раскраску Марии Тролли в час заката. В России почему-то выпустили вторую часть спустя примерно полгода, наверное, может даже больше. Потому что за границей уже давно продается эта книга. Я уже не надеялась, если честно, то, что ее переведут. Ну вот, слава богу. Конечно же, раскраска похожа на первую часть, так как автор один, стиль один, но я не вижу в этом ничего плохого. Мне очень нравится стиль Марии Тролли, мне безумно нравятся ее раскраски, и первая часть, и вторая. Вот во второй книге появилась девочка, и она здесь встречается довольно часто. Также появились некоторые новые виды цветов. Это довольно-таки интересно. И еще, мне кажется, здесь больше работ на черном фоне. То есть в «Сумеречном саду», конечно, были картинки на черном фоне, но мне кажется, что их было меньше. По качеству раскраска абсолютно идентична. Такая же обложка, такие же листы. По плотности бумага, ну, среднего качества. Фломастеры будут просвечивать, но не все. То есть Джиотто однозначно будут. Центропен возможно. Но вот такие, как Faber-Castell Grip, Штедлер, такое оно не будет просвечивать. Особенно если вы раскрашиваете с этой стороны, где фон черный, вообще видно, ну, не должно быть. Вот эта картинка у меня как-то ассоциируется с Россией. Да. Я думаю, что многие из вас не понимают особо, какие тут растения использованы для создания картинки. Но на самом деле ничего страшного, потому что в конце я вам покажу. Идет перечень всех растений и животных, которые были нарисованы в этой книге. Мне кажется, эта раскраска немножечко выигрывает на фоне первой части, так как она более разнообразная. Вот. Но еще мне, конечно, очень нравится то, что здесь больше работ на черном фоне. Еще здесь очень милые такие всякие животные есть. В первой части они тоже есть, но мне кажется, как будто их было немного поменьше. Вот. Список всех растений и животных. Прям по страницам идет, поэтому можете загуглить, посмотреть цветовые референсы и раскрасить так, как вам нужно. И также здесь есть страница по литрам. Это очень удобно, потому что вот вы можете раскрасить вот здесь и вот здесь. Ну и просто вот протестировать. Мне кажется, прекрасное дополнение к раскраске, очень удобно, и поэтому книга еще лучше становится. Кстати, обложка мне нравится своим оформлением, я люблю такие цвета, это прям моя любовь. И заказывала эту книгу на Озоне, я ее там оплачивала сертификатами, поэтому точно не помню, сколько она стоит, по-моему, в районе 300 рублей. Единственное, что Озон накосячил и привез мне, ну, я сразу не заметила, вот раскраску с таким вот косяком. Да. У нас уже и буквоеды завезли эти книги. Сейчас они продаются по 450 рублей. Вот, но я думаю, что раскраска очень хорошая, очень красивая. Если вам так же, как и мне, понравились эти картинки, то обязательно покупайте. Я думаю, вы не разочаруетесь. Ну, это было все. С вами была Виолетта. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.